все разбито, людей уже меньше. Здесь получается у нас вот через два дома, это улица Мира. Сейчас мы... Ну то есть, сейчас, как вы слышите, идут артиллерийские сражения с применением артиллерии. Контрбатарейная борьба, ну в основном наши стреляют, конечно. Вы порицаете этих людей, вот, которые все это вот копаются в товарах? На их месте что бы мы делали? Непонятно. Выживают люди. Конечно, это ну, в мирной жизни низко. Ну, люди выживают уже месяц. Поэтому выхода, наверное, другого нет. Я согласен. Я согласен. Согласен. Ух ты! Кварталы расчерчены. Каждый берет свой участок, свой сектор, командующий. Вот. Перемещение такое. В общем, на грани понимания безопасности. Везде разрывы, выходы, куда, что, и человек не посвященный, не имеющий карты. Он, конечно, заплутает. Вот, если уже местные спрашивают, а вот, ребята, сюда можно идти, сюда можно идти. Вот здесь еще, да? Рыбные ряды. Видите, как рыбы. Еще не зачищено все. Кто здесь бродит? Мало понятно. Вот. Это гражданская одежда. Они пытаются схитрить и выскочить, грубо говоря, из этого окружения. Заходят в квартиры, мародерят гражданскую одежду, сбрасывают оружие, средства индивидуальной бронезащиты, одеваются вплоть до того, что мы хватали бывших, ну, действующих военнослужащих в нижнем женском белье и в колготках. Ну и как впечатление? До такого. Не, ночь не спали, а так все нормально. Но уже для командиров, для опытных, логистика выстроена. И любой комбат может высказать. Так, здесь те-то идут, здесь те-то идут, здесь те-то. Уже связь налажена со всеми. Какая частота, какая, значит, позывные и все остальное. Это интересно. Питание-то есть? А? Питание есть? Нет. Нету питания. Ну да, люди ищут что-то. Пытаются найти. Естественно, напряженность какая-то. Ну а что делать? Вот. Надо помягче с людьми. Тут должна быть особая психология. Вот. Можно, конечно, сейчас. А что, нельзя снимать, что ли? Так нельзя говорить. Нужно уважать ту ситуацию, в которой оказались люди. А ситуация очень тяжелая. Людей много. Вы знаете, ух ты! Ну, над нами пролетела одна штука. Ничего себе. Звук такой. Не очень приятный. Ну, а раз ху, значит мимо. Знаете, у меня впечатление, что я участвую в съемках какого-то фильма, который снимает какой-нибудь Сокуров, где все ничего не понятно. Вот. Такой какой-то удивительная, непонятная штука с людьми оглушенными, с военными, с выстрелами. Что-то такое экзоцентрическое. Правильно я говорю, не знаю. Thank you.
мы отходим от линии фронта метров, наверное, на 400. И кажется, что это такой плотный, тягучий тыл. Уже здесь можно гулять, расслабиться. Такие же люди ходят, прохожие с автоматами.